что мы когда выезжали, пограничник сказал, что он нам может дать только 9 дней на выезд, когда мы въедем обратно. Я спросил, а почему? Он сказал, а потому что вы выезжаете из страны, и у вас осталось только 9 дней. Что мы ему сказали? Да, вот так вот мы ему сказали. Сказали, Бубай, нам нужно 30 дней, и вот мы выезжаем в Индонезию. Он говорит, вы выбрали сложный путь. Я говорю, мы выбрали самый интересный путь, потому что мы можем за эти же деньги увидеть еще одну другую страну. Так вот, он, в общем, очень злой был, пошел в офис, там отгреб пиздюлей, ему четко объяснили, как это все работает. Ну что, поехали в Индонезию? На Свипрум. На Свипрум. Вот такая вот здесь, такой ферри, такой паром. Вон наши друзья сидят, вон они. Наши друзья. Им повезло. У них VIP-сиденье, не то что у нас. Друзья, а что вы решили от нас отсесть вдвоем? Вот так вот меня обижают. Вот такие пальцы показывают. Ну, естественно, конечно, вдвоем же интереснее. Мы там с дочкой сижу, и тут вдвоем прикольно, да, Саша? Ешь. Короче, вы сказали, что мы тоже капитаны, коллеги, поэтому нас пустили, и мы едем в кабинет на большом пароме. На Индонезию. В Индонезию, да. Сейчас находимся. В Индонезии! В Индонезии! Опять. Саша, опять. Спасибо тебе большое за то, что у тебя получилось замутить с билетами, когда мы уехали люблю, в пароме. Люблю мутить. Люблю мутить. Мутим, заезжаем. Ну что, Даночка, тебе здесь нравится? Да, да я же люблю такое. Уже, можем ехать обратно, здесь так красиво, что можем... А, вон, кстати... Может, приедем сюда жить? Оль, только не с тобой. Мне хочется жить вообще. Китайскому храму. Дана, тебе нравится китайский храм? Да, но мы их уже столько видели, что, честно говоря, они все везде одинаковые. Они все везде разные. Бум. Саша сзади спрашивает бабло. Вот такие здесь автобусы. Не местный школьниц. А выглядит это вот так вот. Станция. Мы снимаем бензозаправочную станцию. Детская школьная баскетбольная площадка. Да, несчастная Индонезия, конечно. Ты представляешь, ты будешь пить прямо из кокоса. You speaking Indonesia? No. Типа тая. No. No. It's okay. We just walk. Дан, держи. Окей, будет мой. Ну что, нравится? Я ж люблю такое. Садитесь, пожалуйста. Пресс. Ой, ты будешь пидьюо. Тоже теперь так умеешь? Я так умею, я в Папуа полгода шел. Проблемы? Very good, good. Разнеси мне эту лавочку, пускай не выпьет. А это что? Кокос. Баталя белый дом. Thank you. Yeah, good. Ты снимала? Да. Ресторан пятизвездочный. Б богатство. Слышишь, пап? Вам наверное какую опухоль там дизентерию не подхватить. Дана, ты хотела похудеть? Холера, 40 килограмм за 2 дня. Папа, 45. Даже 45. Да я всего 45. Раствориться. А номер раз. Это рис. Диана, ты голодная? Да. Do you have chicken?
Ты на себя посмотри, исхудал. Прямо курица, как ты выглядишь уже. Бедный, бедный Саша. Видно было. Ты, он не льстит, вот. Слышишь? Живота даже не видно. Раньше он, когда заходил в лодку, он же даже в двери не проходил в кокпит. Носить. Держут уже Стаса. Даночка, доедай, это все принесли только тебе. Сейчас нам принесут то же самое, только на четверых. Интересно, что он еще собрался нести? Они ржут, они нам носят. Так это все только курица, еще рыба будет. Носят, а это только курица, да, еще морепродукты. Отложим что-то, что мы не хотим. Давай сбрасывать на пол то, что нам... Мне все нравится. Полтора дня мы наконец-то пришли в порт Диксон. Папа, как твои ощущения? А было на самом деле, я не могу сказать, что очень хорошо, потому что погода была плохая, наша скорость была даже там 2,5 узла. Мы в первый день прошли 40 миль. Остановились, переночевали на острове, и на втором дне мы прошли всего лишь 100 миль за 26 часов. С учетом того, что мы шли против плохой погоды, против течения, против всего. И еще мы дали газочку, и когда я сегодня с утра посмотрел в бак, у нас уже не было даже резерва вообще. То есть, в принципе, с минуты на минуту двигатель должен был выключиться. Мы взяли все пустые канистры, слили это все в одну, заправили литров 5, зашли сюда, выключили мотор, то есть у нас топлива ноль. Я уже давно так не заходил. Мы заходили, я ждал, что у нас выключится все в любую минуту. Мы приготовили тузик, приготовили кранцы по всем сторонам, чтобы, если что, чтобы мы были хоть как-то в безопасности. Так, аккурат в аккурат зашли. Аккурат в аккурат. В ноль зашли, в ноль. То есть теперь мы заправим 210 литров, полный бак под горлышко. Выглядит сама Марина. Бля, да? Вот смотри, вот этот мотор я поменял. Сильно ничего не помогло. Оказалось, трубы все были забиты говном. Жалко, что GoPro сейчас запах не передает. Мистический. Хорошо, что у меня насморк. Мистический. Чтобы показать, насколько здесь неприятно, вот эта вот трубка, это говняный клапан. Вот смотрите, внимание. Да папа, ну такое нельзя показывать. Во, бля, говнище. Фу, вы... Сняли мы, короче, машинку. Мы сейчас, как я уже говорила, находимся в порт Диксоне, городе. Сняли машинку тут, такую маленькую. Короче, фирмы Перодо. Тут есть такая популярная у них местная фирма. Вот. Так что сегодня будем кататься по городу. Приехали в исторический центр Милаки, да? Малаки, да. Малаки. Короче, вот так оно тут все выглядит. Слышишь, пап? А тут можно снимать внутри? Чайка в пакетике. Этот чай с ромашками очень горький. Вообще горький горячий чай в пакетике. Как тебе нравится? Да, мне нравится. А? Вот тут есть карта города. Мы сейчас будем гулять смотреть. Это вот так вот тут выглядит мечеть. Раньше там была пагода такая. Мне туда, к сожалению или к счастью, заходить нельзя, потому что у меня нет хиджаба и у меня нету длинного платья в пол. Ну, у меня как бы часть ноги открыта. А, смотри, буддийские головы продаются. Прикольно. Что продают? Буддийская голова. Я бы купила себе такую. Думаешь, что тебе поможет? Мусульманская.
там да, шарик. Да, туда без хиджаба нельзя заходить, и нельзя, чтобы руки были открыты. Которая возле чая, это а вот эта, да. А вот эта вот штука, она вырезана прямо в нем. То есть он не склеен, ничего, он там вот болтается прямо в нем. Ну, ну просто это... это какой-то... Умник. Посмотри на меня. Откуда ты знаешь столько всего? Потому что это же собака-лев, это же собака-лев. Хочешь поиграться в пасти шарик? Да хватит ему. Боже, что ты мучаешь бедный? Теребить шарик. Хватит теребить шарик. Папа, перестань шарик теребить. Я больше не буду теребить шарик. Теребить, я соврал. Папа, ты опять свой шарик теребишь? Не свой, а льва. Вон еще один. Потереби даже второй шарик. Потеребить шарик льву. Нравится? Я вхожу в дзен. Хорошо теребится. Давай потеребим вдвоем. Так, Сережа, извращение. Может, втроем? Нет, вдвоем. Нет, это уже слишком как-то. Я столько не съем. По речке. Кстати, Саш, тут можно круиз по речке взять. Венеция отдыхает по западу. Такая? Дохлая рыба? Я. Вот так вот празднично вот выглядят тук-туки. Ну, вообще, на улицах в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии очень популярны вот такие вот маленькие шашлычки. Они из курицы, бывают из этого, из бифа, из телятины, из свинины. Бывают даже из сала. Привет, Украина! Вкусные они? Нравится тебе? Да. Ням-ням-ням-ням-ням. Саша, как тебе? У меня все постоянное ощущение, что нам салфетки дают из туалета вместо туалета. Слышишь? Радужный цвет. Очень вкусно. Вообще люблю все китайское, но красного цвета. Пиво отличное тоже. Сингапурское. Мне очень нравится. Я обычно заказываю то, что я никогда в жизни не ела. Вот сегодня я попробовала. То есть все. Такие, да, почти. Листики очень вкусные. Китайская кухня для меня очень... Вот такие вот листики, в этих листиках разворачиваешь. Они штеплером приколоты, самое вкусное. Штеплером, самое интересное. Крепкие. Разворачиваешь, и там какая-то рыбка. Какая она вяленая, сырая. Крепкие. Непонятная. Но вкусно. Это опять же всякие вещи теребите. Шарик потеребить. Да хоре! Папа уже достал. Нельзя так долго теребить шарик. Отпадет.